Сторонники движения «Оккупируй Уолл-стрит» в штате Калифорния блокировали транспортные операции в порту города Окленд. Администрация крупнейшего контейнерного морского узла уже заявила, что работа возобновится только когда в гавани станет безопасно. По оценке городских властей, в маршах протеста в Окленде принимают участие более 4000 человек. Большинство демонстрантов находится в порту. Также активистам движения уже удалось с помощью пикетов добиться приостановки деятельности филиалов трех банков и многих магазинов. Многие сотрудники городских служб и госучреждений не вышли на работу. Сотни учителей и докеров поддержали пикетчиков. Однако персонал мелких предприятий проигнорировал акции. Люди считают, что скобяные лавки и закусочные не относятся к монополистам. Акции солидарности с единомышленниками в Окленде проводятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. Движение «Оккупируй Окленд» проводит манифестации под названием «Общая забастовка». Цель не только парализовать экономику города и порта, но выразить поддержку ветерану войны в Ираке Скотту Олсону. Напомним, 25 октября выпущенный полицейским заряд со слезоточивым газом нанес ему тяжелые ранения. Инцидент вызвал волну возмущения в Окленде, но уже против действий полиции.